Вандалы с топором появились на проспекте Гагарина. На протяжении участка примерно в полкилометра неизвестные целенаправленно повредили деревья, так, чтобы они засохли и погибли. Пострадали и деревья, которые росли на проспекте десятилетиями, и те, которые были высажены 2 года назад в рамках комплексного благоустройства территории. Вот видите, вот это типичные повреждения на тех деревьях. Вот каштан, да? Вот, смотрите, и это каштан. Вот одно из деревьев, вот эта кора, да. Вот и с другой стороны тоже видно, как кора валяется. Повреждения серьезные, содрана кора на большом расстоянии. И как оно это может пережить, мы пока не знаем. Здесь явно видно кора, которая буквально несколько дней назад была на своем штатном месте. Да? Деревья разные. Это и клен, вот там чуть дальше будет, и рябина, но и даже каштаны. Каштаны те, которые были высажены по программе благоустройства. Нам пришлось его закрывать специальным лечебным составом для того, чтобы спасти каштан. Много таких деревьев, вот там вот тоже. Это картина вдоль проспекта Гагарина. Повредить это не специально, ну, наверное, вряд ли возможно. Специальные. То есть это не нечаянно сделали, это явно сделали специально. Это было топорами. Это не тесаки, это не нож. Это вот видно, что кусками, рублена кусками кора. Здесь именно делали в круговую так, чтобы дерево засыхало намертво. Потому что без коры от листьев корням питания не будет. Корни поработают еще полгода на износ, и дерево само по себе потихонечку зачахнет. Его признают аварийным, спишут, а взамен сажать не будут. И здесь, видите, сплошь несколько, что и говорит, об умысле. Это зеленая зона, это наши легкие, нашего микрорайона. Она достаточно широкая и отделяет жилую застройку непосредственно от крайне оживленного проспекта Гагарина. Кто это сделал, мы не знаем. Я вчера написала в МВД заявление на эту тему, чтобы нашли виновного, потому что это натуральный вандализм. Деревья на проспекте Гагарина сейчас тема очень острая. Дело в том, что «Газпром» собирается тянуть новую ветку газопровода в деревню Новинки, а местные жители опасаются, что для этого будут уничтожены деревья вдоль проспекта Гагарина. Поэтому многие из них считают, что деревянный вандализм связан с этими планами. О порче деревьев жители сообщили местной администрации. Жители мне об этой ситуации написали и прислали фотографии. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, кто этот хулиган. У нас очень много камер, которые стоят на домах. Некоторые жители в том числе связывают это с газопроводом, который хотят прокладывать. Но газопровод, мы с жителями все это обсуждали, и никаких там разрешительных работ нет. Они все знают. Кстати, как сообщили нам в администрации, в связи с тем, что тема прокладки газопроводов получила такое серьезное обсуждение у местных жителей, первоначальные планы прокладки газопровода будут пересмотрены для того, чтобы снизить воздействие на насаждение вдоль проспекта Гагарина, для того, чтобы как можно меньше деревьев пострадало при прокладке нового газопровода.